если пик горимости у нас впереди, то пик паводков у нас позади. На реках края наблюдается стабильная гидрологическая обстановка. Небольшие дождевые паводки добавляют подъем уровня воды локально до 9 см в сутки. Но в целом в уровневом режиме сохраняется понижение уровня воды. Выход воды на пойму сохраняется на реке Камчатка, у поста Верхний Камчатск и у села Козыревск. Ну, никакого ущерба нет. В последующие сутки по оперативному прогнозу на реках края будет наблюдаться дальнейшее понижение уровня воды. Опасных гидрологических явлений не ожидается, поэтому уже сейчас можно констатировать, что в этом году у нас паводок прошел очень спокойно. Соответственно, мы уже приступили к планированию превентивных мероприятий на следующий год. Вот, в частности, с Пенжинским районом у нас все документы подписаны, соответственно, будем выполнять превентивные мероприятия по изготовлению соответствующих насыпей. В следующем году, чтобы у нас, если паводок будет более, ну, скажем, интенсивный, чтобы у нас мы смогли уберечь объект инфраструктуры населения от каких-либо